Привет, как зовут, друг? Да, расскажи, хочешь рассказать? Да, про сепаратистов хочу рассказать. Ну, а кто сепаратисты у нас? Вот сепаратисты что-то хотели, они доказали, они машины взрывают дома. Короче, я хотел так решить. Вот папа так решил ехать туда. Вот они сюда хотели ехать. Это папа так решил, а мама так не хотела. Потому так что папа дома так... остался? Да, он дома. Да, ну, конечно, он сейчас дома, на моложили. Сейчас мы с мамой приехали вдвоем. Папа там остался, да? Да, дома. Да, мы вдвоем приехали. Нас четверо. Мы вот приехали хотели, и мы-то хотели ехать, а мы-то не хотели ехать. Ну, конечно, не хотели, сепаратисты-то хотели ехать к нам на войну. Вот зачем так сепаратисты хотели? Да. Вы что, дураки? Вот. Да, девочка. Они так. Вот сепаратисты дураки, вот они... Меня кидают, сепаратисты. Это они сепаратисты? Да. Так, ребята, ну не деритесь. Ну что это такое?